Добро пожаловать на РЖД-арену, место, где мы всегда вам рады. Давайте нижнюю, я верхнюю. Ой, ну какой красивый. А, вообще, да. Я бы не стал драматизировать, что команда в каком-то кризисе. Новый тренер, новые требования, новые схемы игры. Поэтому я думаю, что надо набраться терпения и дождаться зимней паузы, чтобы в межсезонье наиграть какие-то схемы, какие-то комбинации. Нужно подождать. Тренер пытается строить современную команду. Это видно было по первым матчам. Да, не все сразу получится. Да, не все гладко будет на этом пути. Но если команда поверит тренеру и проделает в зимней паузе хорошую работу, то, я думаю, результат по-любому будет. Локомотив не та команда, которая может где-то в середине турнирной таблицы находиться. Она должна бороться за самые высокие места в нашем чемпионате.